С уверенностью можем сказать, что в Омске и Омской области тех мест, которые стоит посетить, очень и очень много. И мы как раз наносим их на нашу туризматическую карту. Впечатления, эмоции, воспоминания – пожалуй, главная цель путешествия. Но в нашем случае это еще не все. Мы конструируем карту туристических маршрутов. В этом дайджесте нам удалось нанести на нее 15 объектов. Поиск продолжается. Смотрите туризматику, изучайте карту, добавляйте свои варианты. Программа «Туризматика 55». Сегодня в 21:30 на нашем канале.